Всероссийский день лицеиста отмечается ежегодно 19 октября. Своим появлением он обязан учебному заведению, которое известно каждому. Именно 19 октября 1811 года открылся императорский царско-сельский лицей, в котором воспитывался Александр Пушкин. Современные учебные заведения бережно хранят традиции прошлого. Как отметили в Люберцах день лицеиста, расскажет наш корреспондент. Когда в 1995 году Люберецкая школа 41 приобрела статус гимназии, в учебном заведении родилась традиция. Ежегодно учащиеся первых классов в торжественной обстановке проходят обряд посвящения. Сначала самые маленькие ученики шагают вместе с педагогами по живому коридору, а затем в присутствии родителей, учителей и старшеклассников дают клятву гимназиста. Всегда быть честными, уважительными и справедливыми. Клянемся? Гости праздника по очереди знакомились с юными гимназистами. Каждый класс выходил на сцену, чтобы презентовать себя и рассказать об успехах в учебе. А завершались выступления первоклассников исполнением любимых школьных песен, наставления старших товарищей и мудрые советы от учителей. Еще одна часть торжественного праздника. Наверное, каждое образовательное учреждение имеет свое собственное лицо. Но мне кажется, что наша гимназия отличается тем, что здесь дружат все. Старшеклассники с малышами и дети с учителями. Вот здесь создается какое-то особое братство, вот именно гимназия номер 41. Конечно, когда сын становится гимназистом, очень трепетно, очень волнует тот момент, когда они идут по живому коридору, им все аплодируют. В этом году в 41-й гимназии сформировано 5 первых классов. Торжественное посвящение прошли 135 воспитанников учебного заведения. Теперь они полноправные члены большой и дружной семьи, в которой получают знания более 1000 учеников. Лиза Егазарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.